Приветствую, дорогие друзья, с вами Зидыч, и сегодня у нас 5-й выпуск топ-5 лучших моментов War Thunder. И в этом выпуске мы научимся правильно работать командой, нагибать на топовой реактивной авиации Британии и многое-многое другое. Но для начала, разумеется, разминка. Итак, разминочный бой у нас проходит на карте Польши, наш танк Т-44, и вы, наверное, не понаслышке знаете, что опасность в городах за каждым углом. Что, в общем-то, и произошло. С левого фланга на нас выезжает неожиданный противник. И это Тигр Первый. Как это исторично? Историчный бой Т-44 против Тигров. Но даже не в этом дело. Посмотрите, еще один Тигр. Теперь их двое. Но тут, судя по всему, владелец 44-ки приплыл. Ну, по крайней мере, мне так казалось. Посмотрите, они его зажимают с двух сторон. Это же знаменитый немецкий прием. Двойничок. Теперь шансов выжить практически нет. Но тут в действиях немцев началась какая-то дичь. И, соответственно, 44-ка успевает забрать одного тигра. Ну а второй тигр — это всего лишь вопрос времени. В общем, хоть 44-ка противник и опасный, но тем не менее немцы, как ни крути, налажали. Арийский скилл подвел. Ну, пора переходить к топу, и на 5-м месте у нас Беркэт, который пока что мило, незатейливо летает над противником и прощупывает вражеские танки с помощью бомб. Ну, конечно, ведь самое интересное будет, когда в ход пойдут ракеты, и, в общем-то, этот момент настает. Ну, с богом! Две ракеты, две цели. Вот это парень вжарил. Подлетел максимально близко, чтобы сделать правильный охват и зацепить два танка. Красавчик. А вот этот момент крайне интересный. Наш герой на Калиопе решил вместе с напарником отжать точку у противника. Но для начала он бросает арт-удар. Что самое интересное, его напарник на Шермане делает то же самое. Кидает арт-удар, ждет своего друга, и они совместно начинают этот штурм. И лишь Пантера не понимает, что задумали эти коварные советские солдаты. Шерман с Калиопой уже на точке, штурм начинается, и арт-удар Калиопы собирает Шермана. Но Калиопе некогда оплакивать друга, ведь нужно продолжать штурмовку и бить немца. И здесь происходит неожиданное. Теперь уже арт-удар Шермана забирает Калиопу. Я думаю, после этого эпизода их дружбе настал конец. Но все же очень и очень оригинальный тимплей. Ребята, а как вы относитесь к тотализатору? Давайте-ка проведем дуэль за СУ-37 против... Я уже знаю, на кого вы хотите поставить, но посоветую не торопиться. Это надо видеть. Да, можете собирать свои пачки с пола. Я сам не знаю, как это могло произойти, тем не менее, факт остается фактом. Вот кого мне действительно жалко, это водителя Мауса, ведь у него сейчас психологическая травма. Узнали кабину самолета? Да, это новый топовый реактивный истребитель британцев «Хантер». Сейчас он летит на низах, охотится. И кажется, уже видны контакты, начнутся первые схождения. Так, близко. Даем очередь, проверяем противника на прочность, но он уходит в сторону, ничего страшного, а там еще будут враги. Но что-то пошло не так, самолет подбит, и сейчас лишь самые внимательные заметили, что же именно произошло. Ладно, давайте посмотрим с другой камеры. Вы это видели? Потрясающе! Луч смерти задевает быстро пролетающего мимо Сейбра. Что тут скажешь? Заслуженное второе место. Ну, наконец-то добрались до первого места, и главный герой у нас Су-152, беспощадная машина. А чтобы враг тоже знал о ее беспощадности, водитель сушки сделал специальную надпись. Но на самом деле куда интереснее, насколько беспощадны фугасные снаряды этого танка. Давайте посмотрим. Наш ковбой ищет жертву, и наконец-то он ее находит. Вот она, родимая. Сбить осколками самолет после уничтожения танка – это уникальнейший случай, ребята, у меня такого ни разу не было. Просто шикарнейший даблкилл. Правда, сбитый Корсар был союзнический, но я думаю, автор повтора не будет об этом переживать, ведь он заработал 5000 орлов. Круто, и Зидыч раздает орлы за тимкилы, докатились. Но поверьте, за такой тимкил не жалко. Собственно, весь список победителей, и я напомню, присылайте свои повторы на специальные майлы, которые указаны в описании под видео. Не забывайте подписываться на канал, ставить очень много пальцев вверх и репостить это видео, чтобы как можно больше людей узнавало о такой рубрике, ведь от этого зависит, насколько часто я буду делать подобные вещи. Спасибо вам, ребята, огромное и всего самого лучшего. До следующих выпусков. Удачи!